Супер, мы, кажется, разобрались. Ну что, погнали, танцуем! Девочки, на одного партнера вправо. Так, мы поменялись, отлично. Значит, партнер номер 200 заказал у нас поддержку Эмиля Батгудинова, конечно же, Эмиль. Не может судить, Эмиль должен всегда кого-то поддерживать. Мне кажется, это очевидно. Паша Катунин у нас поддерживает Настю Адаму. Да, он не поддерживает, он именно делает подтанцовку, Паша. Паша, это именно подтанцовка, ты на подтанцовке у Анастасии. Отлично. Так, Китянов Сергей поддерживает партнерша номер 402. Так, друзья, у всех ли есть озвученная поддержка, кто ее приобретал? У меня есть только один, да, партнер, который сказал, что будет танцевать дважды, для которого купили поддержку. У всех остальных все правильно, да? Все, погнали, танцуем!